Что ж, друзья, всем привет. Ну что ж, заключение игрового вечера, игровой ночи Frogbite Masters 2014 года. Второй сезон, финал лузеров, гранд-финал лузеров. Друзья, в малом финале победу, к счастью для всех нас, одержала команда Титан. И матч-дерби, матч противостояния, который вот-вот сейчас начнется. Титаны против Virtus.pro, ВП уже в атаке. Первая карта DDoS 2, вторая карта Decash, третья карта... Будет Инферно, если она потребуется. У поляков она рабочая, у команды Титан она тоже, в принципе, не менее рабочая. И вот счет предыдущего матча перед вами на экранах. Друзья, Титан разгромили LDLC. Ну как разгромили? Обыграли 2-1. Если бы, конечно, на второй карте проблем с пингом не было, я думаю, было бы 2-0. И мы бы сэкономили те самые нужные минуты, чтобы не уснуть. Но, несмотря на это, я надеюсь, что до нас тут вон 4000 смотрит. Так что все ок. Извиняюсь. Времени 5 утра в ЕКБ, например, да? Привет, Екатеринбург. Да вообще, всем привет, где бы вы ни были, друзья. С вами студия StarLadder TV, Киев и Слэм. Все, погнали. Первый пистолетный. Поляки рашат длину. Играть будут очень быстро. Снэк сносит моментально в пары ЧНБК. И атака пытается зайти на аплент. Мешает этому делу Смит. Запирает пары. Сплит развалился. И остается только... Ну, тут либо... Ну, вот полякам здесь уже и ретейк никакой не сделать на точке, на самой, потому что численное преимущество уже за защитой. Пушит Шокси и раскладывает кубский таз. Мапул карт, друзья. Первая DDoS 2, вторая карта, как я уже сказал, Decash. Это две карты, которые Титаны играют просто сверх своих сил. Но мы не будем забывать то, что Virtus.pro все-таки чемпионы. Были чемпионами в Катовице. С другой стороны, команда Титан только что обыграла LDLC весьма в напряженном матче. И, скорее всего, они попробуют сейчас закончить это дело 2-0. Но, в любом случае, матчи будут жесткие. Вряд ли карты будут сторонние. Вот что касается польского кэша, это вообще отдельная история. О ней рассказывать можно много. Именно на ней Титаны отдали лишь 5 раундов. На дасте втором команда Virtus.pro обыграла верхней сетки команду Титан со счетом 12-16. И на карте The Inferno Virtus.pro верхней сетки обыграли их со счетом 19-15 на овертаймах. Этот матч для вас комментировал Страйк. И... Но сегодня, сегодня произошло непредвиденное. Отдали Мираж, отдали Инферно Дигнитасом. Команда, ну, как полутемная лошадка в рамках этого чемпионата. Так, размен от Снекса. И, по-моему, сейчас попробует поработать. Попробует он поработать? Нет, нет. Нет, пробует. Играет на шифте, халдит 55 секунд, Шокс не лезет, ждет его с Парыча и... Смотрите, какой Шокс грамотный. Знает, где пиксель головы. Увидел, голубчик, эти... Скрим прячется. Но если Снекс убивает скрима, то это по сути... Оу! Никакого... Никакого спокойствия не будет. 2-0. 2-0. Но матч только начинается, поэтому загадывать, наверное, мы здесь не будем, так как... Уж все слишком непредсказуемо, если честно. Но я думаю, знаете, поляки устали ждать, и это на руку Титанам, которые, в принципе, разыгрались весьма не на шутку. Так, читаю чат на Твиче. Нет, железяки крепче, чем Титан. Вперед, Титан, тебя сложнее одолеть, чем Матан. Вот это ты просто ленивая задница, а? Матан одолеть не можешь. А вот когда ты высшую математику начнешь учить, что с тобой будет? Так, Слэм, тебя все-таки пустили в Киев? Да, со второго раза. Не могли мне отказать. Так, ну вот Нео развернул Шаксу, но толку-то от этого. Че, вот куда дальше? Что дальше делать? Ну все, эко доигрывают поляки, и дальше будем уже смотреть по ситуации. Вообще у Титан было время, в принципе, проанализировать свою игру. Ну и вот Адрен давал нам ценные советы по поводу игры команды Титан. Сказал, то, что парни играют дефолты. На самом деле, действительно, вот мне не такой Адрен, он в эфир этого не стал говорить, но я с ним абсолютно полностью согласен. Каждая топовая команда, которая здесь присутствует после Катовица, показывает всего лишь дефолтные, дефолтные какие-то свин-наработки. То есть, по факту, нету даже... нету даже чего-то интересного, чего-то нового, и вряд ли оно будет. Ну что, первый бай в исполнении команды... Virtus.pro, и вот начало весьма хреновое. Белого лишились. Паша, 34 хп. Что происходит? Захват парапета. Ну и будут сейчас занимать точку. Пошел выход на план. Снекс, так, экзистенс. Снекс его сбривает, экзистенс не справляется. Получает хорошие шансы сейчас Virtus.pro на занятие плента. Но вот с подъема мог помешать скрим. Помешал тазу, но тем не менее 3 в 3. Но посмотрите на хп польской команды.
Все крайне непредсказуемо. Плюс, да, это будет ретейк. Это будет ретейк, но сплит атаки-то не получилось. Как таковой. Бочка, Паша, и это жесть. NBK, да, смеется упора, ВП и против парапета. Вылетает один из игроков французской команды. НБК остается один на один. Смит теряет свою позицию. Но вот опять Смит играет очень-очень неаккуратно, очень неосторожно. Садится дефузить бомбу здесь у нас НБК. Ну и... проваливает Нео этот раунд. Матч на паузе. Вылетает Existence. И мы ждем возвращения великого капитана. Скрим, вернее, сори. Возвращается Скрим. Money for Existence, please. А, ну да, у него 800. Need money. Все, сейчас судьи быстренько пофиксят, и все станет понятно. Так, странно то, что Нео не пошел убивать. Все, перезаход на сервер, деньги фиксятся, и матч будет продолжен. Эх, ну вот такой вот напряженный момент. Друзья, финал. Что касается финала чемпионата, завтра он начнется, если я не ошибаюсь, в 19.00 по центральноевропейскому времени. В 20.00 по Киеву, плюс 2 по Москве. Если все правильно и часы не переводят, хотя их могут перевести. Так, сейчас мы узнаем, когда там перевод часов. Перевод часов в Украине 2014. Гуглим. Так сегодня, что ли, ночью? Опа как. Это значит на час назад. И значит, с Москвой разница теперь целый час. Вот это да, вот это да, вот это да. Так, Best of One или Best of Three? Это BO3, друзья, BO3. Малый финал лузеров и финал лузеров играются по системе Best of Three, потому что действительно сильнейшие команды прошли, и рандома как бы One не должно быть в таких напряженных матчах. Ладно, польская команда. 3-2, атака под Б. С начала раунда, мид втроем. Ответки от Смитса никакой нету. Его ВП полностью проявляет свою бесполезность на максимум. Выпад на центр, он едва уходит, не успевает кинуть флешку. Паша его просто догрызает, все, надо загонять скрима. А, это Шокс. Шокса попытались загнать. Шокс, пуш, минус, бомба в тэшке. Твою мать, что творит? Просто выбивает бомбу в эпичном моменте. Existence закрывает наглого игрока с ником Snacks на КТ спауне. Вот это жесть от Шокса. Раунд был просто за поляками. Все, что нужно было делать, это выйти с этой гребаной, с этого туннеля. Тем не менее, еще ничего не потеряно. 3 в 2. За бомбой пытается зайти белый. Забирает ее. Аккуратно на шифте уходит. Думает то, что Шокс убежал. Поляки на Б, Existence ждет. И вот NBK сейчас отдал очень-очень опасную бомбу. Он думает то, что за ним пойдут. Паша. Ну и Паша здесь должен сейчас сыграть. Existence, Паша. Все, Паша здесь перехватывает инициативу. Existence забирает Пашу и NBK. Ой-ой-ой, 5-0. Какая боль для Virtus.pro. Как начинают титаны. Вот знаете, ребят, я не видел игру в верхней сетке, но... прямо сейчас я иду просто смотреть там счет, потому что мне интересно, как же все-таки сыграли в первую очередь там. Ну, у титанов должно быть преимущество просто на этой карте. По одной простой причине, они могли изучить игру своего оппонента, и это только на руку. Если я не ошибаюсь. Так, идем. Results. И ищем этот матч. Так. Так, карта The Cash начиналась, в принципе, хотя поляки слабые места могли на The Cash найти. Ладно, я вам оставлю, так, будем смотреть с автодиректором пока. Поляки занимают сейчас мидл. Ну, делают то же самое, что в прошлом раунде, только под Б не наглеют. И посмотрите внимательно, Скрим поменял позицию, Шокс остается один на Б, Скрим играет в упоре на мидле. Existence наглеет в Парыча. ВП Паша по-прежнему бесполезно, Смитс решил не играть в этом раунде. Ну, решили укрепить на АВП. Французы. И Шокси сейчас, в принципе, даст самую коварную инфу. Влетает флешка. И опа, таз был белый. И Шокса просто прочитали. Ну, тут можно тупо смело заходить в мидл. Таз кидает дым. Ждет скрима. Дым падает. И французы принимают решение засейвиться вчетвером на... Ну, вот сейчас не понимают просто поля...
Поляки продолжают идти на плент, продолжают идти, не рискуют выходить на мидл. Их здесь просто ждет стадо французской команды. Existence минус Neo. Размен 2 в 2. 3 в 2 ситуация общая. Численное преимущество за поляками. Смит пытается дальше играть с АВП. Очень грубо играет и, в общем-то, минус 2. Все, 5-1. Все, размочили счет Virtus.pro. Так, на втором Дедасте в прошлом матче, который эти команды провели в верхней сетке этого чемпионата, первая половина со счетом 10-5 досталась, как я понял, команде Virtus.pro. И начинали они... Так, мы просто идем сейчас в комплект матч Statics и... Да, 10-5 в пользу Virtus.pro и 7-6 во второй половине. ВП начинали, как я понимаю, за атаку. Ого. И во второй половине за защиту просто забрали свои 6. Понятно. Здесь, в принципе, уже... Ну да, счет, по сути, такой же. 5 взяли сходу Титаны, но я вот не знаю, какой там был набор раундов, но можно сразу сказать, что вот пора в стацию. В прошлом матче Снэкс просто истреблял. Там на плюс 12 КД Див вышел. Так, ну вот проблемы все-таки продолжаются. Видимо, будет шестой в половине. Да, ох, какая ошибка здесь сейчас была. Неорганизованность просто от Virtus.pro длиннее. И заканчивается все это дело эпичным фейлом. Ну, не хрен зумом ходить. 5 раундов разницы. По-моему, французы настроены серьезно задавить на первой карте. Так, на карте Декэш. Ну, карта Декэш вообще, по-моему, не нуждается в аналитике какой-либо. Особенно вот, судя по статистике, можно сказать, по счету. В прошлый раз это 16-5, а здесь это вторая карта. Ну, короче, полякам надо брать DAS-2, как-то, да, и тащить на кэш, либо мы увидим опять 3 карты. Вот так вот. Кэш, конечно, может зарешать очень-очень многое для французов. Но так как французы обыграли в упорной борьбе LDLC, и притом, ну, вы сами видели, да, то, что вот на Мираже просто не получилось сделать камбэк из-за того, что залагали парни, так было бы 2-0, и уверенно. Но, с другой стороны, решили все свои технические проблемы, отыграли на одну карту больше. И при этом, при всем, это должно было добавить им уверенности в себя. Вот польская команда скучала, и в этот момент Праки она не играла. Это я вам 100% говорю, потому что у меня есть ребята в Стиме, и я смотрел, что они делали. И делали они Доту 2. Так, ну что ж, выход на Б от Virtus.pro. Шокс. Тут нормально закрывают, скрим прикрывает. Все отлично, авик, и все, бомба упала, и АВП от Паши уходит. Тас тоже живой. Не знаю, куда залез Тас. Скрим его все равно нашел. Ну и Паша бежит сейвиться. 31 секунда. За Пашей бежит NBK. На шифте по Паше пытаются стрелять. Что NBK делает, я не понимаю. Он что, вообще, что ли, Белинов объелся? 7-1. Так, Титаны сами на себя не похожи, и на Дасте устраивает сейчас разрыв. Поляки пока ничего не могут предпринять. Ну, понятно, они уже потеряли концентрацию. Но если польская команда займет третье место на этом турнире, я даже не знаю. Четвертое место LDLC, пятые, шестые места, если я не ошибаюсь. Ашер, конечно же. И еще какая-то команда. Ну, там по призам уже, по-моему, идет распределение. И... распределения призового фонда просто еще пока что нет. То есть его, по-моему, даже нет. Его даже на Хелтворге просто. Просто элементарно не написано. Ну что ж, издевательство за издевательством. Бедные ребята из Польши сейчас просто терпят. Вот не надо было в перерыве зажимать. Ну, что поделать, система проведения турнира, к сожалению, такая, что парням тупо ничего не оставалось, как ждать своей участи, да? И их участь оказалась сейчас из Франции. Ну, месть по-французски. Месть по-французски в финале лузеров. Все, Смитс вообще ничем не помог. Ну, хоть прострели его, не знаю. Смитс просто будет сидеть и ждать. Все, Паша ждет. Но эту бомбу заберут. 7-2. 7-2. Ну, представляете, если сейчас Титан хотя бы выйдут за 10, то мы с вами будем смотреть уже совсем другой КС. И той... Ну, вот, все-таки этот матч лучше бы перенесли на завтра. Лучше бы отыграли финал БО-5. Этот матч тоже БО-3. Но команда, по крайней мере, которая бы
команда, вот которая сегодня, я имею в виду Virtus.pro, которая ожидала свой матч просто 2,5 часа, даже почти 3, даже 3 с лишним, если уж быть точным, могла бы просто пойти выспаться спокойно, нормально, и завтра уже отыграть на все 100. И Титанам бы тоже ничего не мешало выспаться и отыграть завтра на все 100. Заранее проснулись, подготовились, посмотрели демку или там, я не знаю, сделали какие-то выводы по вчерашним матчам, исправили ошибки и вперед. Так, Шокс. Вау, 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 просто unbelievable, поляки! Ну что с вами, ребята, ну почему вы такие невнимательные? Полная рассеянность в действиях команды Virtus.pro. Отсутствие чтения оппонента, и Ричард Попил, он тупо насилует ВПшек, как, ну не знаю, бедные мишки. Мишки только что были просто раздавлены. Человеком, который вообще к медведям отношения не имеет. Стальные титании яйца от Шокса и центр. Ну, ему можно сказать, полегче парень. 15 на 7, статистика Шокса, скрим 14 на 4, 7 на 5, Смитс, Экзистенс 7 на 3, 2 на 6, НБК, Смитс минус Снэкс. Holy shit. Бейли. Ну, давай, белый, вперед. Вот. Ну, где же то старание, которое было в игре с Дигнитусами? Где оно? Куда поляки его засунули? Не знаю. Надо его сейчас достать. Отстреливают скрим. Уже что-то. Смитс на центре красный. На мид выходит еще один игрок защиты и минус Шок. Все, ну тут можно заходить на Б спокойно. Но не идут на Б. Посмотрите, не стали проходить на Б. О-о-о. Ну, проблем себе на попу ищет. Экзистенс идет делать последний чек, видит длину, спокойно забирает Пашу и понимает сейчас, что это А. Но бомба все-таки топает на Б. Номер 4, он же МБК, врывается в Т-шку. Не лезет в парапет. Нет, полезет в парапет. Тасс. Ну, Тасс, ну что такое? Надо было бежать с пакетом на Б. Смотрим экономику. Блин, поставил бы бомбу, было 5000, было бы на АВП. 9-2, титаны просто разрывают Virtus.pro на ночь глядя перед сном. Чем-то надо сейчас ответить. Чем-то надо полякам по-любому отвечать. Так, респ на длину, Снэкс. Ну что, дефолт? Нет. Ложится дым, Тасс готовит флешки. Да, 4 длина, выпад, НБК, Экзистенс контрят. Все, ну неужели ретейк будут делать? Нет, нет ретейка, все, не будут перезанимать длину. Нет, занимает, НБК успевает пройти в яму, флешоный. Экзистенс тоже делает минус, НБК пытается играть железно. Получается, смысл отрезает Нео на центре, но это жесть. Экзистенс, жим с рекламы и такой... Я сейчас матом ругаться начну. У поляков просто сейчас на пол шестого весь их скилл. Просто весь скилл на пол шестого. У французов после выигранного дерби просто беда. Так, ну я молчу. Просто молчу. Смотрим, что будет. Я уже просто включаю автодиректор, потому что исход первой половины заведомо ясен. Но это выход за 10. Что у титанов не пошло в верхней сетке в матче против Virtus.pro, я не знаю. Если кэш взяли... Ну, может быть, поляки кэш возьмут. Ладно. Но здесь камбэк просто делать уже как-то будет тратой сил. Тем не менее... Играют, на самом деле, дисциплинированные эко и, по-моему, хотят сейчас на уровне выстрелить. Четырнадцатый раунд первой половины. Польская команда растягивается по карте. Ну вот, старый дефолт пошел от поляков. Мы видели этот раунд уже много раз. Никого не оставляют под банкой. Вот, кстати, вот их желание постреляться с центром, попростреливать центр, заканчивается всегда фейлом, потому что Смит знает, что там кто-то есть. Ого, Снэкс. Так, ну, пропустил Снэкса, ничего страшного. Пошла граната, раскидка флешек от польской команды, и под эти флешки они не идут на центр. Это фейк для Смитса и занятый парапет для команды из Польши. Смена позиции. Смитс остается контролировать тэшку. Шокс. Ну да, вот все правильно делают сейчас французы. Специально сильных парней перестраивают на игру в упоре. Шокси просто тупо ждет на голову. И ждет, кстати, десанта. Скорее всего, Virtus.pro задумали высадку на А. И, скорее всего, даже с дымом на КТ спаун. Расклад какой? Один падает на КТ с одной стороны. Дым падает второй с другой стороны. Поляки штурмуют
втроем центр. Один игрок остается на КТ спауне. Ну вот, они пошли флешки. Давайте смотреть, что будет происходить на карте. Дым падает на КТ. И чё? И ничего не происходит. Просто. Французы в ступоре не понимают тоже, что происходит. Еще один дым падает вниз. Еще одна флешка. Ну и без десанта просто выходит на точку. Тасс на Верочку забирает позицию Шокса. Ну понятно, что его могли прочекать. Ретейк от Титанов. Куча-куча флешек. Экзистенс. NBK помогает. Экзистенс уходит на релации. 73 хп. Понимает то, что сейчас в пленте будет очень сложно играть. И Снэк зашивает его с прыёй. Ну вот великолепный тайминг для Virtus.pro. В этом раунде просто нереальный. С одной потерей заканчивают эту бомбу. Но счет 11-2, как бы говорит сам за себя. Смитс будет сейвиться, но... Сейвить ему просто здесь не дают. Так, спросил, сколько времени в Польше. Все сказали свое время. 2.31 в Беларуси. Ну вот в Беларуси как... В Беларуси, не знаю. 3.30 Таджикистан, спасибо. Центральноевропейское время, друзья, пол первого ночи. Как? Как ты сдох там? Как там дохнет тип, который там никогда не дохнет? Да. Да. Вот тупичок. Ну, за open frag цепляться надо. И... французы это понимают. Поляки, тем не менее, придерживаются своего плана. Атакуют через мидл. Медленно, спокойненько раскидывают пары. Еще будут пытаться сейчас заходить против Смитса. Смитс дает позицию. Останется играть от рекламы, либо с подъема. Да, с подъема. Экзистенс с ним в паре. Ну, вот экзистенсу здесь, конечно, легче суппортить NBK. И это как бы правильней. Но все-таки штурмовик на... гусе где-то должен оставаться. Смитсу легче будет засуппортить СВП NBK, чем экзистенсу на два фронта как-то пытаться работать. Ну и холд от Virtus.pro продолжается. Какой-то невнятный. Пока они еще не определились. Закидка аплента. Это может быть громадным фейком. Да, это фейк. И будет выход на Б-плент. Скрим. Услышал дым. Флешка. Ну это моменталка от французов. Шокс минус СВП. Его пытаются ловить. Смитс отстреливает Снекса. И вау. 12-3. Вот это анал-карнавал для Virtus.pro. Неужели все-таки мы увидим сегодня месть по-французски? ГХ, пишет NBK. Шокс пишет Рэдди. Шокс пишет ГХ. Но я вижу то, что... ну, поляки даже не пишут Good Health, потому что понимают, что сейчас их просто... что сейчас их просто... просто уничтожили. Вообще без каких-либо... без каких-либо намеков на что-либо, куда-либо, как-либо. Просто взяли и стерли нахрен в порошок. Вот это я понимаю Титана. Вот это я понимаю игра. Вот так и надо было играть с LDLC. Так, тем не менее, у поляков есть тоже свои мысли на этот счет. И первый пистолет на раунд пока начинается в их пользу, если верить ХП. И первый демейдж прошел именно от них. Но Virtus, по-моему, знают. Да, знают они то, что там уже занята длина. Бомба перетягивается на ноль. Тасс в засаде в медле. Флешка мид. Врыв нижний темный. И Таза просто никто не сконтрил. Ну, ВП, да, планы на защиту, по-моему, гигантские. Пистолетку отрабатывают на максимум. Но то, что они, конечно, втроем на центре. Ну, знаете, вот две шальные пули на аплент. И, по сути, это просто можно заходить. Там уже два красных есть. Заходит в Парыч. Спокойно ломают 4 в 4. Остальные с подъем. Белый в точке. Минус Парыч. Просвет падает. Ошибаются французы. Шокс. Бомба падает. КТ. Шокс. Твою налево. 1-1 против Кубски. Кубский играет с мидла. Бомба лежит на него. Шокс не торопится. Но Кубский, по-моему, просто поставит хедшот. И все. Ну, это да, это будет хедшот, скорее всего. Кубский понимает, что сейчас Шокс его просто будет ловить. Или обходить. Но Шокс играет не по-хитрому. Шокс играет просто прямолинейно, понимая то, что, скорее всего... ну, вот на бомбе, конечно, Нео это определенно плюс... Короче, одна пуля по Шоксу и... Вау, уходит, 21, 78 армора, Нео, как же так-то проштрафили, граната в плен, быстрей. Пошла, пролетела, и Шокси! Ай-яй-яй, вот это Габелла! Вот это проперся, вот это с первым пистолетным! Нахрен ночью такие матчи? Вот сейчас я не знаю.
матерные слова на польском слышала вся Польша в этот момент, когда Нео просто это отдал. Это жесть. Это жесть. Virtus.pro даже не поборются на первой карте, которую они выиграли. 16-12, крайне уверенно, верхней сетки этого чемпионата. Новый день, новая игра, выход B-Plant, минус Тас вообще свободно. Все, надо просто закончить Титаном и додавить на Декэша. Очень быстрая первая карта. Просто фантастически быстрая. Ну все, тут уже Шокс идет просто как Терминатор. Ему уже насрать, сколько по нему попадают, он просто идет убивать. Ему уже без разницы. Это просто unbelievable. 14-3. Ну все, на первой карте, по-моему, все понятно. Здесь уже никакая экономика, никакие старания, ничего не поможет. ВП, конечно, мы знаем, что они могут. Мы знаем, что они могут, и это с этим определенно никто спорить не будет. Но вот сейчас французы просто показали, насколько они разыграны и готовы работать реально от скилла. Так, поляки решаются на поджим. Этот поджим читается полностью. Ну, вот так вот, Шокс. Ну, все, Шокси просто... Ричард Папилон. Сурс, школа Counter-Strike. Та самая школа Counter-Strike, в которой, типа, стрелять никто не умел и не умеет. И вот он, Ричард Папилон, который стрелять реально умеет, и ему просто насрать, куда, как он попадает в голову. Именно благодаря этому парню Титаны берут и 15 раунд, и 14, и 13, я не знаю, на пистолетке, конечно, это шедевр. NBK, прострел. Все, еще и бомбу поставили. 15-3. Все. Это ГГ на первой карте. Это ГГ на первой карте. И я, наверное, даже не побоюсь этого слова. Но поляков просто сейчас размазали. Размазали. Но не будем забывать то, что все-таки они уже играли. Поэтому Титан просто могут быть готовы под поляков. Знаете, Титаны — это та команда, которой просто не дали показать себя в Катовице. Hellraisers, и все. Это именно вот такая команда, и не больше. Если вы считаете то, что они проиграли, потому что они вообще никакие, то очень-очень зря. Вообще, Адрен все сказал правильно. Это та команда, которая просто вот возьмет и заберет. Эта команда может закрыть турнир, если будет стараться на уровне. Ну что ж, дальше у нас кэш, друзья. Первая карта заканчивается со счетом 16-3. И мы вернемся к вам через несколько минут со второй картой этого матча. И это будет D-кэш.